Gut. Ирина? Да, приветствую. Вот, Да, Ирина. пожалуйста, Катерина у нас Да. тоже на такой заставке красивой, молодец. Да, конечно, Красиво. Fun and Sun, МТС, партнеры, поэтому обязательно. Поэтому... Обязательно, да. Молодцы, Так что классно. я смотрю, что уже у нас 15:05. Немножко подождем, да, Ирина, иначе мы сегодня о чем будем разговаривать? Мы сегодня с вами говорим о возможностях VIP отдыха в Черногории и откроем, собственно, наверное, для многих тайну, неожиданный такой ресурс Черногории. И я уверена, что вы откроете для себя, дорогие наши партнеры, дорогие друзья, уважаемые коллеги, совершенно неизвестные для вас возможности VIP отдыха в Черногории. Сегодня вы узнаете, что маленькая Черногория – это страна уже очень хорошо известная во всем мире своими возможностями, собственно, роскошного, дорогого, люксусного отдыха. Мы готовы предложить не только простенькие, да, какие-то развлечения, мы готовы предложить отдых на уровне, да, самых славных личностей из списка Forbes. Без Да, стеснения отлично. говорю, все это подтверждено фактами.
Обо всем этом мы сегодня с вами поговорим. Да, Так, отлично. есть у нас, да? Я думаю, Да, что кто-нибудь к я... нам еще сегодня. Все, наверное, или кто-то присоединится. Ну, Спасибо всем. в любом случае, вебинар у нас будет в записи. А если будут какие-то вопросы у кого-то по поводу бронирования, вы можете обращаться к нашему партнеру Панансан. Всегда поможет, всегда все расскажет. Ну и, соответственно, если какие-то нужные детали по отелям, да, по местности и куда, что, без проблем обращайтесь. Обязательно поможем, обязательно все расскажем. Так что давайте я отключаюсь, или я даю вам слово. Будем слушать вас и получать удовольствие. Мы начинаем. Где у нас презентация? Я не буду занимать весь экран, поэтому мы с вами посмотрим вот слайды. Я хочу вам сказать, что в том числе в нашей большой презентации, сейчас мы найдем ее, куда-то она у нас бежала, вот, но это ничего страшного. В нашей большой презентации, первая, да, которую мы с вами рассматривали в первый день, очень насыщенная была презентация, очень много было информации по Черногории, мы познакомились и с географическим положением страны, да, с политическим, немножко коснулись экономического, конечно же, возможностей туризма. По каждой теме, каждого вебинара мы с вами, мы для вас подготовили отдельную презентацию, но я вас смело по всем этим темам могу отослать вот к одной единственной. Я прекрасно знаю, что у вас, наверное, тоже полно информации, которую вы храните на своих носителях, и в офисах на компьютерах, и в телефонах, и в лаптопах, и на таблетках, и везде, везде, везде. Поэтому, чтобы не перегружать, да, память этих несчастных совершенно наших электронных умных помощников, вы можете, да, пользоваться вот этой вот главной большой презентацией, хотя она тяжеловато получилась, но зато с исчерпывающей информацией. Если она все-таки большовата для вас, то, не всякого сомнения, лучше пользоваться небольшими. Итак, что касается элитного люксусного отдыха в Черногории. Прежде всего хочу отметить, что Черногория, хоть и маленькая страна, она может предложить своим гостям, гостям с высокими запросами, которые знают, на каком уровне, да, они могут позволить себе отдых, может им предложить совершенно адекватные условия согласно их запросам. Начнем с того, что в Черногории есть уникальные предложения. Я к ним отношу островные отели. Остров-отель. Это не просто очень романтично, это дает его гостям ощущение камерности, в приятном смысле этого слова, защищенности, ощущение того, что они находятся в кругу равных себе, что тут такие же люди, образованные, интеллигентные, никто не будет мешать, все будут вести себя корректно, потому что здесь собрались люди определенного круга, к которому относится ваш гость, и он будет чувствовать себя абсолютно комфортно. Если говорить без примеров, все равно нам не обойтись, это прежде всего остров-отель «Свети Стефан», он находится на заставке за моей спиной, и всем наверняка вам эта картинка знакома, поскольку вы уже планируете работать с Черногорией. Если вы интересовались и искали информацию о Черногории, о черногорских отелях, это первая картинка, которая выскакивает при, да, клики на любой поисковик, на любой сайт в поисковике из любого, собственно, угла выскакивает картинка острова отеля «Свети Стефан». Это визитная карточка туристической Черногории. Его история, история его создания, образования уходит далеко в средние века, а как поселок он известен примерно с середины 15 века. Это наследие
Паштровичи – это племя славянское, это уже люди, которые в IX-X веке пришли на побережье на наше и стали его осваивать. Они вели здесь хозяйство и очень активно его развивали. Позднее этот остров, сначала он был рыбацкой деревней, а позднее стал как раз семейным островом для вот как раз 12 семей этих паштровичей. Они были активными воинами, захватили большую добычу в одном из столкновений с османским войском. И на эти деньги возвели непробиваемые практически стены и 12 домов на этом острове. На пике своего развития, да, на этом небольшом острове, вы видите, что он весь, всем видно, да, картинку у меня за спиной, он весь утыкан прям буквально этими домиками. Там жило более 400 жителей. Это было надежное место, когда по морю в Адриатике ходили пиратские корабли, османские, да, отряды тоже передвигались морскими путями, быстрыми. Это было очень удобно, потому что на этом острове можно было защититься от нападений с суши и с моря. Но времена меняются, мы меняемся вместе с ними. Открыла паровой двигатель, и тогда уже парусное мореходство утратило свое значение, а люди, им надоело там в этом скученном пространстве каменном толкаться попами, им захотелось все-таки выйти на берег. Я не знаю, посадить маслины, завести сады, скотинку какую-то завести в конце концов, потому что где-то на этом острове все друг другу дышат в затылок. И люди стали переселяться, и в середине прошлого века, примерно в 1953-1954 году, было принято решение последним жителям, там 20 стариков каких-то осталось, им предложили достойную замену жилья на берегу, они с радостью переехали, а этот остров с внешней стороны постарались оставить таким, как он был в Средневековье, в этом виде, и сделать из него элитный закрытый отель. Этот отель произвел фурор. Это был вообще первый островной отель такого уровня чуть ли не во всем Средиземноморье. Мировую известность тогда обрела Югославия, и практически с этого острова начался огромный интерес Югославии, Черногории, входившей тогда в состав Югославии. Именно этот остров-отель вывел Черногорию на, сделал ее известной, вывел ее, да, ее туризм на мировой уровень. Кто только не отдыхал в этом отеле, это и Фидель Кастро, это и Бриджит Бардо, это Леонид Брежнев, это Юрий Гагарин, Жан-Поль Бельмондо, ну, естественно, Йосип Броз Тито и со своей супругой, и огромный список на самом деле людей, еще больше мы не знаем, потому что этот элитный отель предоставлял своим гостям совершенную приватность. Люди, уставшие от постоянного внимания, от постоянных папарацци, от постоянного внимания прессы, публики, узнаваемые там буквально на улице, они могли позволить себе отдохнуть. Дома, как я уже сказала, оставлены были совершенно вот в том виде, в котором они были при Паштровичах в средние века, а внутри все переоборудовано по последнему слову техники. Уникальные авторские интерьеры. Каждый домик – это отдельная вилла, отдельный номер. И в каждом домике, в каждой вилле свой отдельный дизайн. На территории острова, это остров-отель, остров-музей, находятся две старинные церкви, они действующие, но больше представляют из себя, как бы создают амбиент старого Медитерана, дух вот этот чудесный, обдуваемый ветрами, ароматы моря. Не можешь поверить, идя по его узким улочкам, что вот сейчас выйдешь и... Люксусный ресторан, который стоит, отмечен звездами Мишлен, предлагает самые изысканные, самые прекрасные блюда. Удивительным образом современные бассейны, современные спа, прекрасные террасы и все
возможные и невозможные услуги, которые кто-то хочет, может пожелать VIP-гость, они все чудесным образом вписаны именно в органично, как-то так вот вплетены в исторический облик этого острова-отеля. Войти на остров можно только по карточке, да, гостя, и абсолютная приватность гостям гарантируется. У отеля есть свой пляж, если вы интересовались. Кстати, в этот же комплекс входит и элитная вилла, вилла Милочер. Это королевская летняя резиденция Кара Джорджевичей, постройки 1936-38 годов. Всего 6 номеров на этой вилле, плюс 2 еще отдельно в отдельном домике. Что интересно здесь, что отдельным пляжем, стоит на пляже Короля, вся эта вилла закрыта со всех сторон, на пляж не допускаются, да, другие посторонние люди, только гости отелем пользуются, и на отдельном более маленьком пляже, буквально в 100 метрах от главной бухты, отдельно стоящий комплекс спа со всеми процедурами, которые только могут прийти в голову вам и вашему клиенту с претензией. Другой островной отель, который я тоже хочу отметить для вас, это остров Ластвица. Правда, все же забыли, что это так называется. Называют его Мамула. Он входит в систему оборонительных сооружений и закрывает вход в Бока-Которский залив. Сейчас мы, да, входим в Бока-Которский залив. Этот отель открылся буквально полную силу заработал только в прошлом году, и он входит по результатам, да, 2023 года, он входит в список 11 самых желанных, самых интересных направлений, по мнению журнала Forbes. Это что-нибудь дозначит. Всего 34 номера, каждый оформлен по своему собственному вкусу. Кроме того, действительно, это древняя крепость, постройки 1853 года, оборонительный форт, у него очень сложная история, где-то печальная, где-то такая гордая, потому что это все-таки он никогда не занимался, да, противником, очень мощное сооружение. Назван по имени генерала Лазаря Мамула, который, собственно, спроектировал этот неприступный форт. Сегодня это не только люксусный отель, предлагающим своим гостям в трех ресторанах разнообразные совершенно блюда на любой вкус. Это прекрасное место, он действительно отдельный остров, в отличие от Вити Стефана, там нет никаких перемычек и пеших, да, к нему подходов. Добраться на остров можно только на корабле, на специальном катере. Предлагают, кстати, это прогулки по... Вот как раз у нас Мамула. Да, вот. Спасибо, я заговорилась. И вот как раз этот отель, он предлагает эксклюзивный отдых гостям на острове. Разумеется, такое местоположение подразумевает, что у наших гостей будет не только приватность, да, но кроме этого возможность разнообразных совершенно развлечений на воде. То есть это и скоростные катера, это яхты, которые будут причаливать за ними к самому острову. Это, разумеется, у кого есть виза, допустим, например, Хорватия. Потому что это вот из этого отеля, со стены этого отеля видно хорватский берег. Там, значит, у нас крепость Оштро, и она уже находится на берегу Хорватии. При наличии визы, пожалуйста. Можно скататься в соседнюю страну на яхте, на катамаране, на чем угодно. Возможности огромные. Разумеется, что во всех этих отелях и в одном и в другом гостям предлагается полный комплекс спа. Как правило, отель работает только на элитной косметике, само собой разумеется. Из необычного это, конечно же, островное положение. Вообще наиболее элитным местом отдыха в Черногории считается Бока-Которский залив, поэтому, да, у нас вот главная заставка и первое, с чего мы начали, это Бока
Которская, благодаря своей закрытости, камерности, она приобрела свою эксклюзивность. Волгокутовский залив, он входит, является членом клуба самых красивых заливов мира. Вы знали об этом? Вот есть такой клуб «100 самых красивых заливов мира». И Волгокутовский залив занимает место в первой двадцатке. Может быть, не самое первое, по-моему, 17-е или 18-е место. Но это очень серьезное, да, такое положение. Сегодня можно говорить о том, что Волгокутовск уже перестала быть скоплением рыбацких деревень и предлагает гостям VIP-отдых в лучших пятизвездочных отелях. Это Хаят, это отели на Луштица Бэй, это Ники Бич, это Зе Чеди, это Иберостар, отели серии Иберостар. Это Мамула, о которой мы уже поговорили, это, конечно, Порто Монтенегро. И эти все отели, эти сети с мировым именем, они обратили внимание на Черногорию. Вы знаете, оказалось, что это очень выгодная инвестиция. Вообще, Волгокутовская, она стала известна благодаря господину Питеру Мунку. Прежде всего, это канадский миллиардер, бизнесмен, земля ему пухом, огромное спасибо за все. Он прожил очень тяжелую жизнь, очень много перенес своей жизни, очень много работал, то есть это все, его богатство, оно не просто так на него свалилось. Это человек, знающий, что такое жизнь, умеющий работать и умеющий ею наслаждаться. Так вот, случайно попав в Черногорию, в Волгокутовск, он был очарован красотой этого места и решил вложить свои деньги в постройку большого элитного причала. Он хотел, чтобы этот городок элитный конкурировал с Монако. И ему это удалось. Прежде всего, на том месте, да, где сейчас стоит Порто Монтенегро, там был судоремонтный завод, судостроительный завод. Представляете себе, в каком состоянии была экология. Что у нас? Презентация не видна. Ну, вы пока слушайте, сейчас мы сделаем, что у нас будет с презентацией. Сейчас налазим. И неприятное было ощущение от этого моря. Там на дне лежали остатки старых кораблей боевых, не разорвавшиеся снаряды, какие-то канистры с нерасходованным горючим. Даже местные жители избегали купаться в этой воде. Первым делом была очищена акватория. Все, что достали из этой акватории, то, что было еще в пригодном состоянии, господин Мунк распорядился поместить в специально построенное здание, так образовался музей. Музей славы как раз вот судостроительного завода города Тивот, югославской такой военной славы. Когда-то Югославия была действительно очень мощной военной державой, хотя сейчас и не поверится, мы не будем сегодня углубляться в историю. Я все это вам расскажу, когда приедете к нам в гости на наши прогулки по Волгокутовской. Все это я рассказываю нашим гостям. После того, как была произведена очистка акватории, кстати, подняли две подводные лодки, сегодня они украшают площадь перед этим небольшим музеем, кстати, одну из них можно посетить. Если ваш ребенок решил стать моряком-подводником, привозите его к нам, мы ему покажем, как живут подводники в подводной лодке, у него пропадет всякое желание. Сердце матери будет спокойно. Например, с тех пор, как началось строительство порта Монтенегро, а это дело началось в начале 2000-х годов, 2008-2009, к 2014 году уже этот мини-город открыл свои двери для первых посетителей. Сегодня это стоянка
на 600 с лишним мест для яхт, в том числе 150 мест для мега-яхт, длина которых превышает 150 метров. И планируется расширить количество стоянок до 800. В комплекс входят апартаменты под сдачу, элитные квартиры и отель «Реджент». «Реджент Порто Монтенегро», сами знаете, что это за имя и какие услуги предлагает этот отель. Это отдых не только для яхтсменов и спортсменов, это шикарное место для проведения конференций, деловых мероприятий, с моей точки зрения. Прекрасные пляжные комплексы, клубы предлагают своим гостям Порто Монтенегро. Не только прогулку на яхтах, здесь же можно обучиться парусному делу, заказать, купить яхту или купить готовую уже. Здесь же можно, да, потусоваться, опять же, с самыми известными людьми, потому что регулярно в знаменитом клубе «Лидо», который расположен на территории Порто Монтенегро, этого маленького города, проходят вечеринки Forbes, и можно увидеть самых богатых, самых успешных и талантливых бизнесменов со всего мира. Небольшое поле для гольфа, его, ну как небольшое, 18 лунок, приличное поле, его строительство уже заканчивается, и в этом году им смогут воспользоваться гости Regent Porto Montenegro. Что касается таких отелей, как The Chedi и Nikki Beach, они вообще расположены идеально. Это полуостров, полуостров Луштица. Есть такой поселок, совершенно новый. Этот полуостров отделяет Бока-Каторский залив, именно Тиводский залив. Это то место Тивод, где как раз находится Порто Монтенегро, о котором мы только что говорили. Находится Тиводский аэродром, очень близость аэродрома, это очень большой плюс. Это значит, что короткий трансфер. И как раз Луштица Б, это элитный поселок, в составе которого, кроме прочих, да, вилла небольших отелей, открылся отель всемирно известный The Chedi. И у него своя марина, стоянка для яхты, и он как раз ходит в сторону моря. Да, работает у нас. О, это бутик отеля, а что у нас там дальше? Мы посмотрим. Ага. Резорт. Вот он как раз, Чеди у нас. Про Регент мы проговорили. Чеди, он как раз открыт в сторону моря. Что еще относится к резортам? Да, one and only. Это Порто Нови, тоже свой причал. Помимо, да, пентхаусов и номеров класса люкс, здесь предлагаются еще отдельно стоящие виллы, каждая вилла со своим собственным бассейном, со своим собственным пляжем и со своей собственной индивидуальной стоянкой для яхт. Вот Аман Резорт, это как раз вот бассейн на свете Стефани. Дакли Hotels and Resort, уникальное совершенно строение, находится как раз рядом с городом Будва, то, что очень популярно, да, Будва прежде всего. Черногория – это Будва, так вот на полуострове расположился вот такой вот комплекс вилл и отель «Гармония». Кстати, там тоже есть очень интересное предложение. Здесь есть, предлагается несколько пакетов, и даже есть клуб специальный. Если стать членом этого клуба, то можно получать какие-то дополнительные плюшки, и отдельные, на отдельные услуги предлагаются и скидки. Так, мы с вами посмотрели, Дакли Резорт мы с вами посмотрели. Вот как раз отель Nikki Beach, это для тех, кто любит активный отдых. Nikki Beach – это отель всемирной сети, назван так по имени девочки, Николь, которая погибла, к сожалению, в автокатастрофе, ее родители в память о ней, на том образе жизни, который она любила вести. Это молодая была девчонка, она любила
вечеринки, прогулки, бассейн, купания, какие-то развлечения. Кстати, хип-хоп, хаус и прочие направления молодежной музыки. Музыка не смолкает на Ники Бич. И я хочу сказать, что во всем мире существует только 5 таких отелей-резортов. 2 из них в Греции, 1 на Таиланде, 1 в Арабских Эмиратах и еще один в Черногории. При этом всего 3 таких отеля, они включают в себя еще и ресторан и пляж, тоже под именем Ники Бич, черногорский в том числе. Это для тех, кто любит активный отдых. Роскошный вид и близость аэропорта, то есть любые совершенно возможности для наших гостей. Бутик-отели, их нельзя обойти стороной, это камерность, это абсолютная защищенность, это собственные пляжи, это никаких посторонних людей, никаких посторонних звуков. Все это находится на берегу, и все это, конечно же, отвечает требованиям, самым-самым высоким требованиям гостей. Чем они отличаются? Самым внешним видом, дизайном. Но каждый из них предлагает 24-часовое обслуживание, 7 дней в неделю, услуги личного повара, услуги собственного меню. Подавляющее большинство этих отелей, этих вилл, этих бутиковых отелей, они предлагают вам меню по вашему вкусу, если у вас есть ребенок, для него будет отдельное меню. Это, конечно же, круглосуточные услуги консьержа. Это, конечно же, трансфер на автомобилях VIP-класс. Это, конечно же, индивидуальные гиды собственные, сопровождающие представители, которые находятся в распоряжении гостей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, люди, к которым можно обратиться. То есть гости чувствуют, никогда не будут чувствовать себя в этой стране как-то некомфортно и неудобно. Рядом с ними всегда будет тенью ненавязчивый, спокойный, благожелательный, корректный помощник. Всегда наши гости на связи со своим представителем. Любой вопрос ему можно задать, и любые возможности для VIP-гостей в Черногории есть. Не будем дальше особенно так вот глубоко углубляться в остальные отели. Что касается ресторанов, Черногория может похвастаться тем, что у нас тоже есть рестораны, которые отмечены звездами Мишлен. Прежде всего, конечно, это рестораны в отелях, при отелях, о которых я вам говорила. Они работают, как правило, а-ля карт днем. Это и Мамула, это и Наники Бич, это и Реджент Порту Монтенегро, это Датли Гарденс отель. Все-все-все, что я перечисляла, эти отели могут похвастаться, да, тем, что отмечены Мишлен, и критики отзываются о кухне и о шефах очень хорошо. Я уже не говорю о прекрасных видах, которые открываются с террас этих ресторанов, то есть это не только наслаждение едой, и винами, и напитками, и десертами уникальными совершенно, потому что каждый из этих отелей может предложить уникальное блюдо, уникальный свой десерт. Это, конечно же, и сам амбиент, то есть очень важно же окружение, и это море, и это дикая природа, она создает неповторимое совершенно ощущение вот, единения, да, слияния души и тела с природой, вот с этим отдыхом. Если мы говорим даже об этом, то обязательно нужно отметить, что можно снять виллу на одну семью, огромное количество старых домов, переоборудованных под элитное жилье, и личный повар, личная нянечка, личный аниматор. Все это предлагается услугам наших гостей. Конечно же, это индивидуальные экскурсии, конечно же, это индивидуальные развлечения, это большие комфортабельные современные яхты, это прогулки под парусом, это вертолетные
разные туры. Это встреча в аэропорту и трансфер. Это заказ вина, еды и десертов в любое время суток по вашему вкусу прямо в ваш номер. Это завтраки, обеды, ужины на вашей собственной террасе. Услужливый персонал, незаметные, да, совершенно постоянно присутствующие помощники. Это все Черногория. То есть из одного только названия этих отелей, этих сетей, вы можете понять, что сегодняшняя Черногория ничуть не уступает ни одной известной развитой державе. А знаете только, в чем она уступает? Да в ценах, друзья мои, в хорошем смысле этого слова. Обратите внимание, да, сделайте запрос, поинтересуйтесь